Это мною приготовленный паштет. Это Калугой приготовленный хлеб. Вот так все это выглядит. Это очень вкусно. Хлеб с тмином, просто прелесть. Горячий ароматный чай. Рыбка. Утренняя рыбка. И вот такой вид из окна. Прекрасный. На Токийский залив. А там что? Это что там получается? Это Кавасаки. Кавасаки? Да, о, Калуга. С кофе. Всем приветики. Сегодня я в поездке, туристической опять поездке. Вы, кстати, видели одно видео с порта Нумазу. Ссылка будет. А если вы не смотрели, то посмотрите. И сегодня я еду в Чиба. Еду, кстати, я не одна, я с девчонками. И Калуга, и Рыбка, и Люсиен со мной. Все, четверо. Ну, у нас туристический автобус, то есть группа достаточно большая, как в прошлый раз. И сейчас мы остановились, первая остановка для осмотра этой достопримечательности. И вынужденная техническая остановка, естественно. Сейчас вы видите, что там, как все это дело называется. И что же это за остановка-то такая? Здесь выход из туннеля. Это Токийский залив. И чтобы его не огибать каждый раз в целях экономии средств, денег, времени, всего, чего, каких средств можете вы придумать, здесь это было все дело построено. Под Токийским заливом. То есть протяженность пути около 14 километров. 9 километров под водой, прям под Токийским заливом. Да, я вам тут снимаю самолетики. Так вот, часть идет под Токийским заливом. 9 километров. Потом идет выход. Это вот эта остановка. И еще около 5 километров идет мост. И все это дело было построено лет 20 назад. Разрабатывалось больше 20 лет. Около 30, все просчитывалось, все исследовалось, дно Токийского залива и все такое, прежде чем все это создать тут и построить. Поэтому сооружение, вы знаете ли, такое значимое. Там дальше, сейчас я вам покажу штучку, это реплика, как нам сказали, реплика того самого бура, который сверлил весь этот туннель, но зубцы, резцы сняты с оригинала и приставлены к этому. Вот этот, наверное, бур. Видите, часть его. Вот он. Что еще нам интересного рассказали про это место? Я все забыла. Я все забыла. Так, у нас на остановке... У меня еще есть только 5 минут, поэтому надо быстрее все пофотать, надо все быстрее снять. Времени нету абсолютно. Поэтому я иду все фотографировать и снимать вам красивые виды. Подольше бы тут побыть, погулять, но... Это что это? Это туалет. Люся туалет назвала домик для мечты. Вот мы идем мечтать. У нас тут вторая остановка. Я с Наташей Лавренко, мы ездили в Карпаты с ней. А, не в Карпаты, а в Молдавию. На тур поход. Ага. И на автобусный тур. И вот когда останавливались и говорили, вон там зеленые домики для мечты. Ну туда пойдем сейчас, вон туда. Там нас ждет кое-что интересное. Свежо. И очень пахнет вот лесом, вот да, вкусно. Да. А вы в масках, сумасшедшие женщины. А, этим пахнет. Пришли, да, мы уже практически? Да,
Я смотрю, как солнце падает. Вот тут отвратительно падает солнце. И здесь лица, конечно, получаются страшные, старые. Обожаю я, конечно, ходить в лесу, обожаю я просто лесной дух. Конечно, жизнь и на природе, и в таком мегаполисе огромном, как Токио, есть свои плюсы и минусы. И минус, конечно, отсутствие этих природных запахов. Рядом со мной прям нет такого парка, который бы вот давал такое ощущение близости с природой, как здесь. Какие же могут быть минусы проживания рядом с такой природой? Конечно же, далеко вся вот эта жизнь, к которой я очень привыкла, без которой я, наверное, уже не обойдусь. Это в любое время практически суток ты можешь выйти и купить себе кофе, продукты, то есть в пешей доступности. Возможность посещения каких-то там, не знаю, выставок, парков, чего-либо. А именно вот эта очень удобная транспортная система, которая дает все вот это вот передвижение и вот все эти возможности здесь, все-таки находясь где-то в префектурах, сейчас мы в префектуре Чиба, здесь вообще мало что можно сделать, не имея транспорта, да, не имея машины. Если ты живешь еще и не в самом городе, а где-то вот в такой вот местности, как это, так это, конечно, накладывает. Без машины вообще здесь, по-моему, никуда. Посмотрите, как здесь красиво. Красота. Иду я к магазину, ресторану, кафе, где очень, говорят, вкусное мороженое, мягкое мороженое, софт-крему. Ага, Люсьена же тут. Ты греешься? Аригато гозаимас. Хай. Да, есть вкус топленого. Топленого. Даже вот сгущенного, что-то даже топленого, может быть, да. Такой прям еле-еле скальзывающий. Очень вкусно. Вот еще попробую на этой, на ферме. Ну да, я сразу, когда она рассказала о том, что там мороженое, я сразу поняла, что я буду есть и там, потому что именно в таких местах я софт-крем всегда беру. Если я вот так в жизни не очень. Я столько не съедаю софт-крем. А вот крем я могу съесть. Тебя ж никто не заставляет целое все съедать. Правильно? Съешь сколько можешь. Люся у нас любитель рекламки отовсюду привозить. У тебя, наверное, дома томов 5 уже всяких рекламок. Есть такое, да? Папочка, где папочка. Я была, да. Куда стоит съездить? Да. Вон они стоят. Ох, какой бурелом там внизу. Ага. Там говорят обезьяны. Видеть не видели, но слышали, как они кричали, дрались вроде как бы, короче, вот там где-то. Еще и обезьяны тут. Thank you.
третья остановка. Мы приехали на ферму, где у них собственное производство сырное. Местные у них какие-то там суперкоровы, которые издают сейчас супер запах здесь везде. Вообще. Давно я этого не ощущала. С детства. Я не скучала, если честно. Давайте посмотрим коров. Силосом и всеми остальными прелестями пахнет, конечно, очень. Корова, ну как ты поживаешь? Смотрит на меня. Так, здесь лавка в виде коровы, надо полагать. Лавки. И вот видите, тут типа кафе, а рядом как раз-таки очень пахучее место. Оригинально. О, тюки сена, сколько я вас не видела. Ну, здравствуйте, коровы. Вкусно вам? Да, здесь быков нету. Хвостики поднимают. Понимаешь? Хвостики держат. Комбикорм. Ой, часов. Как все это ужасно. В принципе, на русские фермы похоже. Ушла я, короче, оттуда. Не могу я на это все смотреть. Хоть я и мясоед, вот, но все-таки, хоть я в детстве это все видела много, и для меня, ну, устройство фермы, что такое ферма, как это все внутри, все это я знаю, и у нас у родителей были коровы две, то есть и я ухаживала, то есть со всем этим я не понаслышке, не просто со стороны знакома, но вот со временем, хоть я и остаюсь мясоедом, вот у меня все равно отторжение произошло, вот я не знаю, на каком этапе, специально, не специально, ничего, я не смотрю никаких фильмов, знаете, там, посмотришь фильмы и веганом станешь. Нет, ничего такого не было, но все-таки со временем, не знаю, все это я смотреть не могу абсолютно. Когда вот на мясо для молока вот содержат в таких условиях животные, хотя они изначально, в принципе, да, домашние животные, они всегда были, есть и будут, но ну, не могу я на все это смотреть. И, кстати говоря, за последние года я заметила, насколько я стала меньше, особенно последние пару-тройку лет, насколько я меньше стала потреблять мясо. Мне кажется, это тоже очень важно, пересматривать свою норму, даже если вы остаетесь мясоедом. Раньше у меня вообще никаких мыслей по этому поводу не было. Сейчас я это делаю не только потому, что мне жалко животных, а я понимаю, что действительно человеку столько мяса не надо, сколько мы, особенно русские, наверное. Ну, не особенно, я имею в виду, по сравнению с японцами. Я про другие страны не говорю. Недавно, вчера или где я там прикол читала, в Казахстане. У казаха спрашивают, а это что? Манты, это что? Это мясо в тесте. Потом что-то еще у него, чебурек, это то-то, опять мясо в тесте. Там самса, это мясо в тесте. А бишбармак, а это мясо вокруг теста. То есть везде мясо. Ну, понятно, что мясо в тесте в разных видах, но факт, что мясных блюд есть такие нации, народы, где мясо это номер один. Но мне это не очень теперь уже нравится. Хотя мясо ем и люблю. Да. Давайте лучше походим вокруг, посмотрим. В туалет сходим, найдем его. Так. Я так полагаю, здесь они живут. Это вообще частная ферма. Семье она принадлежит, принадлежала еще дедушке, получается. И название этой фермы как раз-таки они соединили
два имени. Того, кто создал эту ферму, и того, кто сейчас продолжает эти начинания. Вот, пойду-ка я искать туалету. Смотрите, тут интересное. Я вам уже говорила в прошлый раз, где киви было, о их любви к творчеству такому. Но детали японцы как проявляются. Смотрите, у них скотч с коровками. Здесь написано, что после использования туалета гасите свет после себя. Давайте. Итак, здесь у нас есть что? Что купить? Во-первых, здесь у них есть молоко. У них свое молоко. О, кстати, у них есть даже с хурмой молоко, господи. Мороженое. Боже мой, что я говорю? Есть также с кабочи, как по-русски, тыквой. Так, а еще у них сыры. Рикотта закончилась. Есть моцарелла. Есть вот такой у них голубой, с плесенью голубой. Сыр. Вот такие сыры. Вот такие. Вот таких я наберу точно много. Вот такой. Я вышла на веранду. Наверное, буду здесь пить кофе, есть сыры. Под вот это вот все. Аккомпанемент. Я не выговорю это слово. В общем, очень пахучий. И такая чашечка, вы знаете, нехилая, горячая, кстати, кофе. Я боюсь снять маску. Но придется. Кофе само не выпьется через маску. И сейчас мне принесут ассорти сырные. Как раз таки я попробую, а то я уже такая, давай заказывать сыры у них покупать. Но думаю, опа, надо спросить, есть ли у них ассорти, чтобы поесть? Ну, в принципе, ветра нету сильно сюда. А нет, все равно воняет. Очень воняет. Так, несут мою тарелку. Ай, аригато гозаимас. Сыры, сыры, сыры. Сыры. Начнем с тебе. Все это есть. Мне еще нравится эта любовь к деталям. Они положили орешки, и под каждый орешек они налили немножечко капельки меда. Пробуем с плесенью. Плесень чувствуется хорошо, но сам по себе сыр, он очень мягкий и не острый, не резкий по запаху. Знаете, такого мышьячного запаха резкого нету. Хорошо. Этот сыр хорошо подойдет на салат, зеленый салат, лучше руккола или молодые листья, бэби-лист. Вот этот сыр и груша, конференция. Какие-то люди. Вкусный вот этот вот. Все ешь, все пробую. Да я хочу сейчас купить домой. Да, этот сливочный такой вкус, вот этот, который... Сыра на сегодня наемся. Я сейчас наемся сыра и покупать ничего не буду. Ну, кстати, вот этот я хотела все попробовать. Он немножко похож на йогурт. Он идет с инжиром. Это сыр. Как? Да, это сыр-йогурт. Вкусный, вкусный. Я его сразу 5 банок хотела взять, да, возьму.
Отличный. Ха-ха-ха. Так. И последнее, что я пробую, это вот такой мягкий сыр. О, вкусный. Вот этот, который как йогурт, отличный. Он с этим, и чичико, с инжиром. Вот этот вот, не знаю, какой-то привкус есть. Вы все попробуйте у меня сыры, чтобы знать, какой купить. Пока мне нравится больше всего этот вот жидкий и вот этот с плесенью. Потом вот этот вот в этой корке. И только последним вот этот вот. Он какой-то имеет специфический вкус. Вот, это, с коркой, или какой-нибудь. Вот этот? Ага. Ой, ты прям на ленточку взяла? Да, я взяла, чтобы все попробовать. Ну, такой своеобразный. Да. Вот этот я не видела. Ну, мне понравился этот с плесенью, он такой тоже. Немножко... Но он не такой. Голландский похож вообще. Да, это вот похож. Я тебе его еще не давала, да, вот этот? Я уже давала. Да, давала? А, я тебе странный не дала. Вот этот не дала. Этот вкусный, вот этот мне мало. Вот этот вкусный. С плесенью он не такой резкий. Нет этого запаха мышьяка, как обычно бывает. Он как будто сливочный сыр. С помесью вот между вот этим сливочным и вот он с плесенью. Я жду свою еду. А ты еду заказала? Что заказала? Я заказала чизукишу и капурезу. 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 У нас четвертая остановка, и теперь мы приехали, ну, по-быстрому глянуть на кое-что, что я вам сейчас покажу. Мы пришли к замку, самурайскому замку. Это восстановленный, как большинство замков самурайских. Он был где-то в 1800 каких-то там годах уничтожен пожаром, как и многие такие вот замки. Конкретно этот называется Отакидё. Ну что вы, нафотали фоточки красивые? Ой, красота, Люся сделала и любуется, довольная ходит, глянь на нее. Ты, кстати, заметила, что я ни разу не назвала с тех пор, как ты это пригрозила мне расправой? За Малышеву, да. Я сыкло, как видишь, я сразу прекратила все. Забоялась. Обход закончен. Почетный круг вокруг. Почетный круг вокруг этого замка. Симпатичный, красивый, восстановленный. Все, что я могу о нем сказать. Ну, просто, когда живешь в Японии, для тебя обычные дела, эти все японские виды, всякие такие штуки-дрюки. Вот мне больше, ну, становится, для меня вот больше всегда вот это. Вот это. Для меня вот... Важна эта природа японская, да, вот эти вот горы, леса, мхи, погода, вот как сейчас. Вот для меня сейчас самая-самая вот золотая такая пора, когда я чувствую себя на высшей точке. Вот. Ну вот посмотрите, а. Ну вот как мимо такого пройти, скажите, пожалуйста. Это
ж прелесть. Вот чтобы все вот это сохранить, и при этом вот ведь чтобы этот мох был, и канавы, чтобы все вот эти вот, и вот это вот убираются лишние сорняки, которые бы забивали именно мох. Оставляю только вот такие вот кустики. То что же надо уметь? Вот, я вам показала до, и сейчас вот здесь, где еще не убрали сорняки. Это у нас была, получается, четвертая остановка. Но она не то чтобы не запланированная, она по пути и не обязательная, но мы возжелали все, в общем, сюда, в этот замок заехать, о чем я не жалею сам замок, может быть, и меня, лично меня, не так, чтобы впечатляет, но очередной раз вот посмотреть, напитаться вот чем-то таким красивым, конечно, очень классно, но меня больше даже впечатляет вот эта вот дорога лесная, подъем к этому замку, спуск, соответственно. И сейчас мы едем еще в одно место, последнее, резиденция совы. И что нам там приготовили, конечно же, смотрите дальше. Так, мы приехали в пятое, получается, уже место. Хотите, я вам что-то покажу? Я вам сейчас что-то покажу. Вот такая красота, красивая. Как здесь хорошо дышится, вы себе представить не можете. Вот такой закат. Сейчас я бегу снимать, все снимать, пока солнце окончательно не зашло. А мы приехали в гостиницу, выполненную в традиционном стиле. Сама гостиница, по-моему, чуть дальше. Это дом, наверное, самих хозяев. А девушка русская, а муж у нее японец. Он плотник и сам здесь много что сделал. Они сюда переехали и построили свой бизнес, отель. Посмотрите, что нам готовят. Потом будут у нас салаты, унигири. В общем, все я вам покажу. А пока сад, сад, сад. Так, здесь я что-то нашла. Ой-ой, тут камень перевернулся. Прям подо мной. Кстати, здесь тоже это Джизу или кто? Кто это? Это, наверное, у них каравай хлеба, они кушанье говорят. Смотрите, какая трава темно-фиолетовая, какая она красивая. Ух, гляньте. Так, еще вот товарищ. Его тоже надо запечатлеть. Ох, какое. Вы гляньте, а. А уши-то, это богатый чел. Если вы не знали, то в Японии мочки ушей такие жирненькие. Символ богатства. Вообще тут с ушами очень все так вот интересно, то есть крупные такие вот мочки у мужчин, такие мясистые, свисающие, как у Будды, это значит вот признак достатка, то, что вот мужчина будет успешен в бизнесе, денег у него будет много. Оттопыренные ушки вообще в Азии, не только в Японии, они считаются вот такие каваи, то есть это мило, это красиво,
То есть это пырины ушки, это класс. Вот так вот. Я буду так. Каваи! Тут вот тоже маленький чудо-ют какой-то. Божок. Сначала думала, что какое-то чудовище там рыкает. Оказалось, что это здесь бойлер так включается, что с таким звуком. О, боги. Ну, вы слышите, да? Это он? Это вот этот. Ладно. Ой, ты моя конечка. Ты бежишь ко мне, хорошечка. Удирает он. Покажу вам хурму. Сейчас у нас сезон хурмы, и в Японии признали, что хурма отчасти помогает блокировать вирус ковид. Вон она, вон она. Так что, если у вас сейчас сезон хурмы, ешьте. Не перебарщивайте, но в достаточном количестве потребляйте. Вы не представляете, как здесь красиво, как здесь вкусно пахнет. Рис растет. Это рис. Это рис. И еще, кроме того, мы сейчас находимся недалеко от аэропорта Нарита. Все-таки Нарита, хоть и пишут, что Токио Нарита, Нарита находится, это префектура Чиба. Просто она близко достаточно к Токио. Но если ехать на машине, около часа это занимает, может, чуть меньше, на скоростном поезде тоже так же. И здесь слышно постоянно, ну не постоянно, сейчас это меньше, самолеты как идут на посадку, как взлетают, это красиво. И сейчас глазом я вижу, что там прям в этих облаках красных идет на посадку самолет огромный. Но у меня недостаточно хорошая сейчас линза, чтобы это все так приблизить. Нету у нее зума, маленькая линза у меня только с собой сегодня. Поленилась взять большую, да, она, если честно, сломана. Ладно, это не о том. Пойду я ко всем, а то съедят мой шашлык. Вы че? Аж две бутылочки. Шашлык. Пока куриный. Ну как вам шашлычок? Мягкий? Вкусный? Мягкий такой. Да? Шашлык прекрасен всегда. А после активного дня шашлык с пивом — это просто прелесть. Мясо очень мягкое и в меру вот этим, как его, не сухая. Если не сухая? Можете все посмотреть на камеру. С другой стороны. Вот этот запах костра, он не чрезмерный. То бывает, знаешь, что же, обкурят его так, что его ешь, и потом обкурят этим дымом. Соуса попробовала. Люблю шашлык. Люблю кусать мясо. Нет. Знаешь, я точно не умею. Ну вот у оранжевых это девочки. А вот эти белые, да, это молоки, короче. Не мантия, а икра или молоки. Мантия — это вот это. Вот это вот мантия. Юбочки их называют, да. А вот это? А это? Это или молоки, или икра. Здесь вот у нас мальчишки. Хотате прекрасно. Все, что я могу сказать. Да, очень вкусно хотате. Жирные, да, такие прям. Хотате — это гребешок. Это гребешок. Как есть, не разобранный. Не просто один пятачок, а со всеми делами, как я люблю. А только помнишь, рыбка, мы пошли с тобой на этот, на скиджи. Рыбка купила большой гребешок, огромную раковину. И ее этот спрашивает чувак, который продавал, вам ее, ну, типа, разделать. Он, короче, после разделывания, она была, ну, наверное, с полблюда вот этого, да?
А остался просто один пятачок. Она сначала покупала такую махину, ну, за цену вроде приемлемую для такой махины. После разделки остался такой пятачок, она такая посмотрела, и как-то и грустно стало. Она так погрустнела. Лучше... И он, главное, все выкинул, мантию, вот это вот все повыкидывал. Пятачок, да, один. Ну, мяско вот это вот само. Шашлычок. Вот все так и выходит, что в итоге Оксаночка, где бы она ни находилась, где есть шашлыки, она их в итоге жарит. Так, нам несут котят на проверку. Подпольная кличка Пижама, а так Сима. Сима. 85 грамм весила. То есть пол хвоста нынешнего. На него было классный. Да, а это Суми, уголек, кусочек ночи. Смешная привычка есть, она говорит ня и язык оставляет лысинку. Ня. История в ночи. Вот эти котята, это у них такая начало жизни было очень непростым. Кошку сбила, беременную кошку сбила на дороге машина. И вот хозяева, кошка погибла, так как она была беременная. Ее прям, извините за выражение, ну вот, раскрыло. И вот то, что пищало, шевелилось, они взяли, отвезли в больницу. Вот две кошечки выжили. Банкет окончен. Шашлык съедим. Гребешок тоже съеден, салат съеден, банка пива выпита, пора домой.